В автобус заходить только по одному, надевать маску и перчатки. Эти требования ради здоровья и безопасности. Жители домов 69 и 71 на Мира и 20 на Победы приглашают в салон автобуса. Комиссия избирательного участка 2266 прибыла прямо во двор к желающим выразить свое мнение. Многие люди боятся посещать общественные места и решили, чтобы было более доступно, более удобно людям прийти и проголосовать, не боясь заразиться коронавирусом там или еще чем-то. И для того, которые люди не могут подойти, например, на свой участок, который далеко расположен, чтобы это было в шаговой доступности вот в районе дома жилого. Чтобы как можно больше жителей смогли воспользоваться своим правом избирателей, правкомпания на подъездах заранее разместила приглашение. Возможно, погода, возможно, пандемия не дает им проголосовать или еще какие-то причины. Согласно этому, мы приехали к ним, если они не идут к нам. Бесконтактно это все происходит. То есть бюллетень мы выдаем, с ним контактов никаких не имеем. Все обрабатывается. То есть выдаем перчатки, сами находимся в халатах, в масках. То есть все это безопасно. Автобус обрабатывается каждые 20 минут. В общей сложности мобильное голосование продолжалось 2 часа. Пришли 27 избирателей. Ну, потому что поправки очень важные, поэтому свое мнение надо обязательно выразить. Мне хотелось вспомнить эту вот псевдорекламу, которую там про этих вторых родителей, которые первый и второй родители, а мамы нету как бы. Ну вот, тут, это вот поправка, кстати, вот современная такая, она, ну, мне кажется, нужна. Кто-то из жителей выразил желание проголосовать из своей квартиры. Оформив полагающуюся заявку, избирательная комиссия приняла голос. Мобильное голосование было организовано во всех районах города.